Всем привет! Сегодня я хочу рассказать и показать, как из обычной воды сделать газировку. Водичка у нас есть, стакан есть, осталось раздобыть немножко газа. Но с этим проблем не будет. Есть несколько способов приготовления газировки. Кто-то соду смешивает с уксусом, кто-то с лимонной кислотой. Мы сделаем при помощи обычного автосифона. Обычный автосифон за 13 советских рублей. Вот такой пузыречек алюминиевый. Они бывают стеклянные, бывают пластиковые. Алюминий, стенки этого сосуда очень толстые, миллиметра 4, а может даже 5. Очень такой тяжелый. Для начала мы сюда нальем водички. Вода самая обычная, из бювета. Емкость сифона 2 литра. Замечательно. Теперь прикрутим головку. Вот такая штучка. Здесь рычажок. Нужно нажать, и вода пойдет. Но, чтобы пошла вода, нужно создать давление. А для этого есть вот что. Баллончики. В этой упаковочке 10 баллончиков для зарядки сифона. Стоит такая упаковочка всего 1,30 рубля. То есть один баллончик стоит 13 копеек. Покупал на Чубаря 18 в магазине Хозтовары. Итак, берем баллончик, вставляем сюда. Здесь имеется внутри шип, который пробьет алюминиевую пробочку. Закручиваем, теперь переворачиваем и резко проворачиваем. Газ пошел, ну, по-моему, мимо. Я случайно нажал рукой на рычаг, потому часть газа улетучилась. Теперь немножко взболтаем. И поставим на некоторое время, чтобы настоялось. Сейчас там внутри образуется угольная кислота. Когда я учился в школе, мобилок и компьютеров не было. Как мы развлекались? Пробивали маленькую дырочку, одевали свистульку от шарика, были шарики со свистками, и бросали в классе за вешалку, и оно там потихоньку свистело. Было очень весело. Пару минут прошло, сейчас испытаем. Фантастика. Замечательно. Сюда немножко сиропчика, и вообще было бы класс. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.